Здравствуйте, вас приветствует Александр Макеенко из Черновцов. Это мой родной город. Тут я живу. Университет. У нас все дома архитектурные, старые строения. С высоты университет. Это моя семья, жена, дочь. Вот такие тоже ручные работы есть. Сын с дочерью. А это мой семейный подряд весь в сборе. Этот объект я начинал весной. Получается, ответы на вопросы по нанесению печатного бетона на подступенок. Часто задаваемые, а не отвалится ли он. Пока ничего не отваливалось. Вырывать форма, раствор не вырывает. Плотно засыпаем закрепитель и начинаем втирать его. Можно без разделителя. Смачиваем форму эспиритом и тоже штампуем. Это, тут в будущем будет печатный бетон. На низ пленка, потом сетка армирующая и бетон. Хотя по технологии надо подушку, но заказчик всю ответственность взял на себя. Сказал, что он за это отвечает. И это тоже цоколь, красился вручную. Про то, что я вам и говорю. Вода, губка и растираем. Тут я с сыном печатаю подступенок. Потом сверху шапочка разрезается, вырезается лишний раствор и затягивается шапочкой. Это уже готовая работа после лака. С цветами можно играть, с разрезкой тоже можно любую выбрать. Камни можно даже двумя-тремя цветами красить. Хочете камень, хочете плитку, имитация, все то, что желаете нужным для себя. Ну, это до лака так выглядел подступенок. А тут сын убирает капли лаковой пропитки, потому что она потом высыхает и оставляет такие наплывы. Всем до свидания, спасибо за внимание, всем удачи в новых начинаниях. Пока.